Парламент большинством голосов принял решение о введении чрезвычайного положения на территории Республики Молдова с 1 апреля по 30 мая. Решение было принято по предложению действующего правительства и аргументировано необходимостью принятия срочных мер, которые продиктованы динамикой развития эпидемиологической ситуации на национальном и международном уровне, вызванной распространением вируса COVID-19. В течение этого периода комиссия по чрезвычайным ситуациям издаст несколько распоряжений, в том числе установление специального режима въезда-выезда из Молдовы, установление особого режима передвижения на территории Молдовы, введение карантинного режима и принятие других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий, установление особого режима для всех субъектов, запрет на проведение митингов, публичных демонстраций и других массовых акций, поручение при необходимости рационализировать потребление продуктов питания и других продуктов первой необходимости. Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелий Чукой ранее заявил, что введение чрезвычайного положения на территории Республики Молдова не обязательно означает паралич экономики или страны.